Электроснабжение населенных пунктов Иркутской области практически восстановлено. В Иркутском, Слюдянском, Шелеховском, Черемховском, Ольхонском районах, Иркутске и Ангарске в ночь на 19 апреля из-за непогоды без электроснабжения остались более 39 тысяч человек. В устранении задействовали 28 оперативно-выездных бригад, 61 человек, 25 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства региона. Из-за сильного ветра отключение электроэнергии происходит довольно часто. Для определения мест повреждений аварийно-восстановительные бригады проводят осмотры линий, протяженность которых составляет десятки и даже сотни километров. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики работают круглосуточно и оперативно устраняют все неполадки, отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.